главная проблема нашего правительства – наше правительство. Различные деятели правительства, возглавляемого Дмитрием Анатольевичем Медведевым, уже много раз разными способами публично высказывали свою приверженность либертарианской теории, по которой правительство не имеет права делать ничего полезного. Вот это правительство в соответствии с этой теорией не делает ничего полезного. Естественно, возникает вопрос, а нужно ли вообще кому бы то ни было правительство, придерживающееся либертарианской теории? И если на отчете правительства будет задан этот вопрос, то станет вполне очевидно, что правительство, возглавляемое Дмитрием Анатольевичем Медведевым, подлежит замене другим правительствам, придерживающимся более вменяемых теорий.